Это не я виновата! Что ты знаешь про нас со Стасом? Он сделал мне предложение, когда я была готова покончить жизнь самоубийством. Мне кажется, я готова к чему-то новому. Претенденты есть? Как хорошо, что ты никогда не спишь. Хорошо, что вообще хороший, идеальный друг. Мне нужна женщина, которая способна подарить мне сына. Вы можете жить, где хотите, и делать, что хотите. А что Женя? Он такой деликатный, такой внимательный, он ухаживает и не давит, он такой предсказуемый. Мне сказали, вы тут местная звезда. Пожалуйста, раздевайтесь за ширмой. Хочешь его? У тебя организм кричит: беги, а ты путаешь с бабочками в животе. Аня, ты у него на крючке. Мне кажется, вам больше пойдет маленькое черное платье, которое откроет колени. Ты сомневаешься, что он заинтересован? Ищешь косяки в своем поведении, чувствуешь вину. Хочешь разобраться? Сыграй с ним в его же игру. Что происходит? Не знаю. Любишь все контролировать? Люблю доверять. Ты не должен был ехать к ней. Все по плану. Но думаю, что я уехал. Успеем подготовиться. Это плохо кончится. Я контролирую ситуацию.